Первым. А что говорить, в чем это? Ты на прошлом мероприятии сколько вывозил с собой? Ну, больше 10, наверное. Вот! Ты закрыл супервайзера? Закрыл. Объясни людям, как нужно пользоваться мероприятием. Первый раз заставляйте людей ехать. Потому что мне тоже сказали, что нужно ехать, когда это был первый раз. Но первый раз я спал, но потом понял, что реально нужно туда ехать. Говорила, хотя Котика была, это было прошлый январь прошлого года. Мероприятие дает именно тот внутренний заряд и то осознание, что этот бизнес делают очень простые люди. Когда выходит Василий из Закарпатья и говорит, я Василь, закрыв менеджера, там, ты понимаешь, что... 18 лет девчонка была на прошлом дне успеха, был дедушка, который, вот, может, вы помните, такой с бородой. Эти все люди являются действительно примером для каждого из нас в том, что самый человек с высшим образованием, без высшего, у меня средний балл 3, 2 по аттестату, только по физкультуре 5, все тройки. Неважно, кто ты. Важно то, во что ты веришь, да, и действительно вот двигаться вперед. Это мероприятие лично для меня было как таким рычагом для того, чтобы не мотивировать структуру, да, пусть они сами увидят, пусть сами принимают решения. И поверьте, только когда ты сам осознаешь, когда ты сам решаешь, только тогда ваш бизнес, он будет действительно идти вперед и расти. Спасибо. Ну, расскажи свою историю, как ты все-таки ездил, сколько ты принимал решений и как ты все-таки планировал вывоз? Да, тоже скажу, что нужно писать цели. Цели и мысли, они материальны, то есть исполняются очень хорошо. Когда первый раз ехал, в целях прописал, я не помню, вот сколько это, 23 человека, наверное. Потом насобиралось людей где-то 27-28 и поехало как раз 23 человека на мероприятие. Потому пишите больше, а там, как говорится... Пишите максимум, получите половину, уже хорошо. Ну, что сказать. Действительно, людей мотивировать не нужно. Вывозите туда большим количеством. Мероприятие сделает свое. Каждый услышит то слово, которое нужно ему. Потому что каждый человек приходит в бизнес, что-то на свое. Кому-то нужны деньги, кому-то нужна хорошая команда. Кому-то помогать людям, кому-то поднять уровень здоровья. Выступали тоже очень врачи хорошо, которые, ну, возможно, что-то скажут. И, возможно, кто-то даже знает, кому это предложить. И вот, в принципе, вот так. Тоже на этом мероприятии, ну, не знаю, где-то порядка 15 человек было. Хотелось бы больше, но не надо. Спасибо. Здравствуйте всем. Ну, скажу так, что на мероприятии я первый раз вывез 10 человек, но я уже, будучи супервайзером, вывез людей. Саша Кириченко, Ирина Короченко всегда говорили, что хоть на мероприятии должны ехать люди. Это, говорит, твоя должна быть.